Блин, слышь, можешь накачать колесо где-нибудь? Блядь, ты собирал колеса? Я сейчас пампу об асфальт, у меня колесо слезло. Накаты что-то нету. Да, да, я понял. О, стол! Смотри, какое здание, в нашем селе такого нет. А чем мы стоим? Здесь на красный не принято ездить? Я сам с села, как бы не привыкший ездить на красный. А? Чим. Не попал. Ну ладно. Бар сделаешь? Шука. Ой, сорян. Блять, вообще Андрею. Сука! Как же делать? Вообще, блядь. Да как ты заебал? Йоу! Игорян, ты заебал! Вообще, вот сейчас Макс приедет, первача возьмет. А вот, о! О, Макс приехал, давай, делай. А ты у меня, кстати, телефон так и подписан. Сейчас, погоди, отдохни 5 век. Слава богу, а то я не зря тебя переименовал. Ты это, наркотики привез, он кататься не может. Ебать ты, не разбейся. Блять, это ему перед вами стыдно. А, не, было бы стыдно, кстати, он бы сделал. Ты хуй знает, может, наоборот. Крышку поставишь. Прикольно, ты крышку закрываешь.
Удачно? Точно ты наркотики не брал? Употребил, походу. Отойди. Давай! Чё нахуй, блядь? Сворачиваемся, пизду, уходим. Да, блядская сатана. Слышь, а вы видос их снимали лет 5? Все теперь знают, что он нихуя не стабильный. Это, кстати, Игорян есть. Он просто бар не умеет. Учится вот сейчас. Сейчас Макс приедет, сразу возьмет. Я ему звонил, он должен подъехать. Максу? Да я даже не пил ни разу. Да, ни разу не пил. Святой человек. Ты на органы надо? Я на органы готовлюсь. Нет. Мясо ешь у тебя? Конечно, я его только ем. Еще молоко хуярю каждый день. Да блядская сатана! Мышцы не видно. А он так целый день может. Я его снимал. Хуёво, переснимаем. Во сколько мы начали? Ну, часа 4 назад. У подружки. Хочешь познакомиться? Она хочет. Говорит, мне вон тот маленький, пухленький понравился. Так, слышь, что, надо переснять, солнца нет. Не катайтесь в такую жару, это нереально. Не пизди. Блин. Ну, капотон, давай заебали. Да я ему могу вот так. Пока лежат, там забрать. Ю! Вот с баром жжет. Давай. Я готов. Мне жарко. Обещаю, подписчики Ромины, что сейчас, если я не делаю, я, блядь, не уважаю себя и вообще брата своего. Так ты сам себя не уважаешь и так. Какая разница? Бля, если сейчас не делаю, блядь, вот, не выключай камеру. Ты облизываешь вот тут. Никакого монтажа. Что, договорились? Если не делаешь, я тебя пинаю. Только не сильно. Ну, не сильно, ладно. Все, блядь. Давай. Мотивейшн. Сейчас я кого-то отпинаю, я чувствую. Блять, такой бар был в свече. Но я не проотвечал. Погоди, а мы вроде договаривались полностью линию. Да хода, видел мы, блядь? Видел, как я лечу? Подставляй жопку. Ничего, блядь. Ладно, не считается, короче. Я вот так вот летел. Да, не, ну там красиво было. Так что, еще раз будешь? Лен приехал, у него 12 тысяч просмотров на последнем видео. 12 тысяч? А уже может и 13. А что у тебя с рукой? Пиздил, блядь. Вывод один. Не зли Дэна. Дэн большая кисть, а блядь. А еще это... Бля, ты видел, какие он усики отпустил? Ты как Д'Артаньян, блядь. Ты свои видел, блядь? Телочек клеить будешь? Так у меня борода. Понимаешь? Хуйда у тебя, блядь. А у тебя такие чисто подростковые. Это хуйня, блядь. У тебя есть заплатка? У меня есть камера, блядь. Камера есть? Да. И что, и ключ есть? Да. Бля, давай сюда. Ну да, смотри, у тебя, кстати, рюкзак как у меня. Только у меня желтый. Как у меня, блядь. Ты когда купил? Скажи, сколько у тебя? Ты сейчас напиздишь же, если я скажу. Я тебе скажу, сколько. Ему уже 2 года. Не, моему меньше. А за сколько купил? А мне девушка подарила. Сука, а мне тоже просто так дали. Ебать, у тебя внутряночка какая прикольная. А у тебя не такая? Нет. Давай махнемся. Макс, покачай, а? Сюда хаткэп на. Так у меня, я на кассете вообще легко взял. Так и не на кассете. Ну, ща на. Мы сейчас на SD снимаем. Такая шутка, да? Ща ебану. Давай. Да, а то камеры-то у нас больше нет. Можешь забрать мою старую. Она почти новая. Я немного на ней ездил. Давай по стандарту, если не делаешь, то ты пидор. Бля, шманики, блядь, смотрите, блядь.
Ну, Таня, не со мной. Похуй тебе. Да мне вообще похуй. Да мне тоже похуй. Да мне тоже тебе похуй. Эта грань не похуй, кстати. Я пойду пока воду сниму. Блин, мне бы руки помыть. О, слышишь? А тут с разгона прыгнуть не получится. Ну этот, выступ. А прикинь, разогнаться и реально вот это перепрыгнуть две в воду. Вот типа с бордюра вот так. Шпаку захотел. Пиздец, я понял. Катка. Короче, расклад такой, что я тут устроился оператором. Ага, ага. Все понятно. Следующий. Да, Дэн, ты так далеко пойдешь. Че? А че такое? А че вы тут стоите? Я стою, здесь тут нет. Ага, так я и спрашиваю, что такое-то? Мы же не знаем. Там шахта? Конечно, здесь под землей чисто. А я видел, там накрыты металлические вроде штуки, там под ней. Да ты что, охренели, провалит, что это сооружение? А как же их так поставили, а вдруг люди провалятся? Как сделали? То есть люди могут умереть здесь. Они просто так выглядят, как будто это сцена вообще. Ну не для, не Елизаветы, а там на сцене обычно прыгают. Как я сказал, здесь? Не, на сцене. А это как будто сцена. Это не сцена. Надо написать большими буквами, не сцена. 10, да, шея цела пока. 15 лет катаюсь на велике, не надо, аккуратненько. Мы же не падаем каждый день. Как это нет? Мы падаем каждый день, но не больно. Как это не больно? Опчик, а ты можешь сделать бар на Мэнл на Чикен Бар? А как я сделал Чикен Бар? Вот, ты уже опустился, еще раз крути. Я король чикена. Оппозитный причем. Доедем. Правильное питание, да? За 100 рублей чикенбургер чизбургер. Шаверма? Шаверма? Где шаверма? Шаверм бесплатно. Что такое, с велосипедом нельзя? Серьезно? Там написано? Охренеть. Вот это у вас правило. А кто писал? А кто правила составлял? Гурмоз? А где написано, какой человек составлял? Мы хотели знать имя, фамилию. А где велосипед? Ого! То есть на самокате можно? Все, ладно, понятно. На самокате можно, пацаны. Я его отвлекал, чтобы они покатались. Слышь, я его что, зря отвлекал вы так долго? Он уже, кстати, сюда идет. Парни, тут кататься нельзя, там написано. Давай, 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 давай. Давай. Все, зря шел ты, чувачок. Я не пойму, я что, зря его отвлекал? Бля, ну это мне делать. Налево? Чёстко. Да ладно. Ебать! Неплохо выглядит. Правда, как из колхоза, но пойдет. Чё там? Вот это? Нас сейчас выпиздят минут за 6. Нет, за 2. Дэн, дай ключ.
Ебать, Дэн, ты красивый на фоне здания. Обычно Дэн у нас просто некрасивый, но на фоне здания как бы... Это не для тебя. Ого, я думал, Костя Андрей, а это китайка в кепке. Похоже просто. Надо забрать. Я просто щелкнул снизу, блядь, и не сверху. Тюхча, чё почём? За сколько ты барспин сделаешь? 3. Давай. Мразь, просто как будто меня сбрызнули. Йоу! Знаешь, как говорится, лох — это судьба. Так, все спалили карту, если что, переводите деньги. Все спалили мой отпечаток пальца. Да, все запомнили. Как залить лучше, больше всего. Сначала нажимаем, смотрим, откуда течет. Заказ готов. Я просто смотрю, откуда течет вода, и ее не лью. Заломает тебя, блядь. Кого он, блядь, заломает? Охранник решил даже не доебываться до меня. Ты посмотрите на него, блядь, я тоже до него не полез. Короче. Да ты охуел. Впереди бежит двое. Падаем, тормози, блядь. Ну тачки нас могут ёбнуть, лучше тормозить. Ты на горе? И что, там никого нет? Мы же всей бригадой приехали. Я тут обзор снимаю, короче, на игру. Чё-то зона нормально сузилась, где он есть, блядь? Да он в траве где-то ползает, сука. О. Зона, зона сдох. Ее, мы затащили. Даже не убили никого. Сколько кило у кого?